красивые горы тут. It's called Harris Recon. Надо будет. Так это в Темекуле, да? It's Temecula. Rincon. Окей. Harris Rincon Temecula. Вот так вот называют это место, я не выговорю просто. Это мы сейчас приехали. Живу здесь 6 лет. Rincon. It's Harris Rincon, basically Temecula. I see. Вот живу в Темекуле почти 6 лет и никогда не знала, что у нас вот такие красивые места есть. Вот я вам показываю. Sometimes they look foreigner, the Indians foreigner, how they call this song? They bring some sometimes bands have a show here. Это ко мне приехали родственники, вот мы выехали погулять тут. Вот название вот так вот выглядит. Harris, Harris. Да, действительно как в Вегасе, да? Даже музыка. You're missing the... Oh, thank you. О. Да, как тут интересно. Вот тебе контент, контент. It's amusement park for adults, Сабринка. Я говорю, это парк развлечений для взрослых. Да, она для детей, да? Ага. Она так говорит, что все взрослые здесь. А? Что? Аркейд. Я аркейд, да, мейн аркейд, да, аркады. Для взрослых. Да, вообще ужас. Как они терпят? Здесь еще ничего. А в Вегасе зайдешь, дым. Ужас какой. А голова не болит? Темно, темно. Я сейчас хожу, говорю, вообще не могу ничего видеть. Еще непонятно, чего они тут курят. Такой едкий запах. Смотри, какие done in your backyard. Yeah. Something like this. You know, I did for her one time. She came to my first time we meet. She came to where I live. Mm-hmm. We have like a portable, so you can. I know. I did for her. Fire pit. We did fire pit. You remember I did for you fire pit? We're sitting on a fire. We drink something. Вот и Тай нас тут угощает такой passion fruit с ананасом. Очень вкусный вот такой вот в Старбаксе напиток. Мы все еще в казино ходим тут в Харрисе. Очень интересно. Тут, конечно, запах стоит накуренно сильно. Давай кэш. $900. Да, of course. Oh my god. There you go. Wow.
Вот, в общем, сегодня Итай привел нас в казино, и он такой везучий. Он мне дал $100, чтобы я поиграла. И вот первый раз я играла, проигрывала. У меня там где-то $70 осталось. И бац, почти $1000, да. Это обалдеть просто. Вот минус $100, считай, да, за сегодня. Ребята, я, конечно, в шоке. В общем, ко мне приехали родственники из LA, из Лос-Анджелеса, и столько гостинцев привезли. Я просто, конечно, в шоке, ребята. С ума сойти просто. Ну, посмотрите. Это они были в израильском магазине. Столько вот бамба, вот эта вот известная кукуруза. Столько всяких вот вкусняшек, и фрукты, и овощи, и сыры, и хумус. Что только нету. Все тут просто. Весь магазин как будто просто вынесли. Тут даже не один магазин. Тут полно магазинов. Я вижу и из Коска, вот Kirkland бренд, и баранина тут, и такая, и это ребра. Чьи ребра? Говяжьи ребра. Представляете, да, какие гости? Гости с гостинцами. Да с такими. Я никогда такого не видела, конечно. Я понимаю, если бы там несколько, да, гостей было. Вот это одна пара. И столько накупили. Вот что значит израильско-узбекская пара. Вот видите? Вся узбекская, израильская традиционная хлебосольность, да? И вот, главное, мне так вообще неудобно, я там приготовила только одно блюдо, а они столько всего принесли, посмотрите на эти шоколадки, что тут только нет. И овощи, и фрукты, и мясо, тут и хлеба, и лаваш, разных видов хлеб просто. И варенье, вот я вижу, что только нету, печенье, юбилейное. У них там русский магазин есть, и все вот такое вот есть. Вон и гречка, вот хлеб Елизавета, это хлебцы, наверное. Все такое здоровое, нутелла, мед, органический башкирский мед, представляете? Это что? Это Итай хотел приготовить что-то для рецепта. Он здесь еще многое для рецепта тоже что-то будет готовить. Вот egg roll. Роллы такие. В общем, вот такой вот влог. Можно сказать, в шоке от изобилия гостинцев. Так что Итай из Ухраба, просто огромное вам спасибо. Тодараба, Котарахмат, большое спасибо. Просто на всех языках мира могу сказать спасибо. Вот убираю со стола и вот еще не показала. Еще и тыква там была, уже ее разрезали, потому что мы с Итаем начали рецепт записывать. Да, он будет готовить шоколад, какой-то торт он будет готовить из тыквы.